Всем привет, с вами Ролан Журавлев, и вот, сейчас я расскажу про свои травмы. Первая травма, вот, короче, сижу я такой, и у меня болит нога. Через какие-то дни, как будто ощущение, все так же и было, короче. Мы там где-то ходили 3-2-1 день уже, забыл сколько, вот. И иду, и вот. И потом мы в большую больницу, и мне справку на рентген. Ага, вот такой вот рентген. Ага. Чего я желаю? Чего я вам желаю? Не болеть. Вам, подписчики. Кому было больно, да. Короче, ставьте лайк, кому было больно сдавать кровь. Мне кажется, всем было больно сдавать свою кровь. Понимаю, это очень больно. Это как большой три комара. Всем пакетов.